Чувашию прибыли два автобуса с украинскими гражданами, спасающимися от войны. Об этом с утра сообщила на еженедельном совещании у главы республики министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. В Чувашии несколько предприятий заявили о готовности трудоустроить беженцев из Украины. Всего в специальном банке вакансий более 1500 рабочих мест с зарплатой от 8 до 28 тысяч рублей. Причем более чем в половине случаев переселенцам готовы предоставить и жилье. Однако тем, кто приехал к нам этой ночью, пока не до поисков работы. Их на сегодняшний день 71 человек. В основном это женщины и дети. Всего лишь четверо мужчин взрослых. Остальные 35 детей. Причем дети в основном возраста до 10 лет. Самому младшему 5 месяцев. Сейчас они пока еще спят. Буквально наши сотрудники уже работают на базе размещения. Предполагаем, что в ближайшее время будет решен вопрос по расселению их в семьях. Потому что это в основном женщины. Предоставить кровь беженцам с юго-востока Украины готовы 64 семьи, большинство из них в Чебоксарах. Глава Чувашии поручил тщательно контролировать процесс размещения, а также позаботиться об обучении юных переселенцев. Сентябрь, в общем-то, не за горами, и пока неизвестно, как все сложится. Во всяком случае, об их возвращении на родину говорить пока рано. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.